Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Это будет короткий обучающий видеоролик на тему, как поставить на видео футаж, подписка, лайк, колокольчик. Я буду показывать пример, как я делаю я. Я использую программу Movavi для монтажа видео. Так, и допустим, вставлю вам, к примеру, видео, последнее мое, про шаурму сюда, и буду на этом видео показывать. Просто так вы не вставите футаж сам, его надо сначала скачать вообще-то с YouTube. Вводите в поисковую страничку на YouTube пак футажей, подписка, лайк, колокольчик, так и вводите и скачиваете его. Все, у вас на компьютере есть этот файл. Дальше просто вы так его, вот у меня есть, просто так вы его не перетащите на само видео. Надо нажать плюсик, добавить трек видео. Так. Так, уже походу я добавляла. И у вас появится, кроме вот этой строчки, где само видео, вот такая строчка, трек дополнительного видео. Дальше берете сам вот этот файл, пак футажей, видеофайл, и перетягиваете, где вам надо, чтобы оно появилось. Но этот пак футажей, это там много этих футажей, выбираете вот таким способом. Вот, допустим, мне вот такой нравится, да? Я его знаю уже, изучила, где там он начинается примерно и заканчивается. Вот. Но он будет светиться, вот как видео идет, он будет светиться зеленым. Видите, чтобы зеленого фона не было, чтобы он был прозрачным, надо нажать сюда на три такие полосочки, другие инструменты, улучшения и спецэффекты для выбранного клипа. Здесь выбирайте Chroma Key, колесиком вниз, ой, не здесь сейчас, вниз, применить. Все, у вас прозрачный фон. Подождите, не здесь. А само видео нажимаете, потом выбираете Chroma Key и прозрачный фон. Вот. То есть надо на само видео нажать, потом выбрать Chroma Key и применить. Теперь смотрим. Можно уменьшить вот этот значок, нажать на это два раза. И с помощью мышки уменьшаем. Так, допустим, можно посередине, в углу поставить, внизу, справа, слева, где вам надо, применить. И оно будет уменьшенное в любом месте, где вы хотите. Вот так вот. Надеюсь, вам это видео оказалось полезным. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Впереди ждут много интересных видео. Всем пока-пока!